Урок 12. На этом коротком уроке мы с вами разберем написание букв «дель» и «дель». Вы, наверное, заметили, что они похожи в своем написании. Давайте еще раз напишем их вместе. Это буква «дель». А эта буква «дель». Они похожи в своем написании с одним отличием, что у буквы «дель», межзубной буквы, есть точка сверху. Вам, наверное, кажется, что арабский алфавит трудный, так как в нем встречаются буквы, похожие в своем написании. Кроме этого, есть буквы, похожи еще и в произношении, как в случае с буквами «th» и «thel». Обе эти буквы межзубные. В первом случае «thel» и «thel» они похожи в написании, а буквы «th» и «дель» похоже в произношении. На самом деле, все это дело тренировки и регулярности занятий. Очень скоро вы увидите, как легко вы сможете правильно произносить и различать все буквы. Поэтому давайте попросим Всевышнего Аллаха о помощи и будем прилагать лучшие усилия на пути получения знаний. Поистине, Аллах с терпеливыми.